Почти 23 тысячи ДТП произошло в Казахстане в этом году. В этих авариях погибли 2 тысячи человек и еще больше 25 тысяч получили травмы. По сравнению с прошлым годом страшные цифры растут. Подробнее расскажет наш корреспондент Сергей Цель. Если в прошлом году зарегистрировали около 16 тысяч дорожно-транспортных происшествий, то только за 10 месяцев этого года уже почти 23 тысячи. Рост налицо. Такую статистику МВД связывает с низкой дисциплиной водителей. Причем антилидер по количеству аварий – Алматы. С января по ноябрь там произошло почти 5 тысяч ДТП. Самое большое число погибших – 300 человек в Алматинской области. Но трагедии происходят по всему Казахстану. Жительница Актобели Выбородина потеряла сразу дочь, сына, сватью и будущего зятя. Семья готовилась к свадьбе. Мои дети ехали с Хромтау. Большая машина перекрыла им дорогу. Моего сына не было выбора. Через него он перелететь не смог, враг тоже уйти не смог. Разбились, сгорели, трое сразу. Дочку вытащили в реанимации, трое суток и скончалась. Ждала, что буду готовиться к свадьбе, хоронила детей. Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП искореженные груды металла провезли по центру города для того, чтобы водители задумались, что нарушение правил движения может стоить жизни. Дорогие водители, сыночки, помните, что жизнь одна. Вас ждут дома. И не делайте родных несчастными, как несчастна сейчас я. Успеете, не надо давить на газ, лучше давите на тормоз. Мой сын не виноват, но это его не спасло. Виноват другой. Всего дали 5 лет. Это что за 4 погубленные жизни? Остались дети-сиротки. Как жить с этим? Не знаю. Не торопитесь, сыночки. Подобные акции стражи порядка проводят регулярно. В Туркестанской области полицейские вместе с детьми вышли на дороги региона с лозунгом «Если вам дорога жизнь, соблюдайте правила дорожного движения». Основные причины это дорожно-транспортное происшествие, это выезд на встречную полосу движения, нарушение обгона, маневрирование и нарушение скоростного режима. Иногда причина аварий – плохие дороги, но чаще всего вина самих водителей. Среди последних случаев за последнюю неделю. В Алматы авария со смертельным исходом. Жесткое лобовое столкновение микроавтобуса и мопеда произошло из-за водителя двухколесного транспорта. Он выехал на встречку. После удара мопедист улетел на несколько десятков метров. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Еще одна трагедия в Шымкенте. Казахстанец решил поиграть в так называемые шашки. Начал обгонять попутные авто, но не справился с управлением. Вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. От удара водитель и пассажир погибли. Часто совершают ДТП пьяные водители. Один из таких вез 4 десятка пассажиров по рейсу Астана-Петропавловск. Его вовремя задержали. Полицейские Казахстана просят автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Особенно сейчас это важно с приходом зимы, когда количество аварий на городских дорогах и особенно на республиканских трассах резко увеличивается. Сергей Цель, Алмаз Акимбек, Астана, Первый канал Евразия.